Ну и отчасти, продолжая тему, АвтоВАЗ возглавит француз Николя Мор. Совет директоров утвердил его кандидатуру буквально несколько минут назад. До этого менеджер возглавлял румынскую дочку Рено компанию «Дача». По словам экспертов, 55-летний Мор – опытный производственник. В Румынии он занимался практически всем, от закупки комплектующих до социальных вопросов. «Дача» – очень сильный профсоюз, и такой опыт явно плюс, ведь работники АвтоВАЗа тоже не дают спать спокойно. Особенно после сокращения штата на 15% в прошлом году. Это было дело рук прежнего руководителя Бу Андерсона, который в условиях нарастающих экономических проблем старался оптимизировать производство. Однако в итоге убытки концерна лишь утроились до 74 миллиардов рублей. На прежнем месте работы Мор добился успехов. 90% румынских машин продается за рубежом. Специалисты пока настроены скептически. Слишком уж особенный российский рынок.